компании обратился Максим, заказал выездную диагностику автомобиля Volkswagen Passat B7. Состояние ее было хуже, чем ожидалось, пробег был автомобиля скручен. Потом посмотрели еще автомобиль Nissan Tiano и договорились о том, что раз не выходит найти самостоятельно машину, то будем подбирать автомобиль мы. Договорились до 700 тысяч рублей рассматривать BMW 3 серии, либо 780-800 тысяч рублей BMW X1. Подобрали машину 2011 года от одного собственника с оригинальным подтвержденным документальным пробегом 39 тысяч километров. Машина без технических нареканий, есть запотевание клапанной крышки, но это, скажем, для двухлитрового мотора рядовое явление. С зимней резиной, летнюю в комплекте не отдали, сделали скидку 10 тысяч рублей, итого машина встала в 789 тысяч рублей. Максим, поздравляю с покупкой. Хотелось бы услышать отзывы, возможно, об автомобиле, какие-то первые впечатления есть. Первое впечатление от автомобиля, безусловно, это совсем характер у нее совсем не такой, как у Тианы, которую мы смотрели, и то, что это заднеприводный автомобиль, конечно, придало большого интереса к ней. Удивительно для меня то, что мы смогли найти машину с таким пробегом в ту же сумму, на которую мы рассчитывали. До этого мы ездили смотреть машину с пробегом около 60 с чем-то или 70 там было. Гораздо более сильное запотевание крышки было, когда мы уже решили отказаться от нее в последний момент, сидя в гелике в этом салоне. Ты подошел и говоришь: «Вау, вау, вау!» Только что поступила машина, еще даже не успели выложить в интернет. И вне планово мы поехали ее посмотрели на МКАДе. Все оказалось круто. Провели диагностику. Все действительно так, как заявил продавец. На следующий день приехали, забрали. Вот сегодня. Все, класс, я доволен. Спасибо большое.